Когда-нибудь смотрели через мутное стекло? Так я и вижу мир. Ты устраиваешься в баре шерхов, но не скажешь им правду? Да. Я не позволю моему зрению встать у меня на пути. Как ты это сделаешь? Буду тренироваться. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Господин Каховато, я Фрид, руководитель отдела кадров. Извините, я Макс Шредер. Вам было назначено час назад. Там ужасные пробки, застрял. Не слышали, в новостях передавали? Я слышал. Мне кажется, вы честный человек. Я рад приветствовать вас как нашего нового сотрудника. Спасибо. Никто не заметил мою проблему со зрением. Я знал, что с тобой все не так просто. Пожалуйста, никому не говори. Но я должен сказать. Ты бы себя видел! Здесь налево и 6 ступенек. Извини, 7 ступенек. Лора, я Салли. Ваш завтрак. Разве не соблазнительно? Очень соблазнительно. У меня не получается принимать заказы. Спасибо вам большое. Без проблем. А где он? Вот он, в песочнице. Еще немного, и весь тот карточный домик, что ты так старательно строил, рассыпется. Салли, что случилось? Я потерял его. Помоги его найти! Я не могу, я ничего не вижу! Вон отсюда. Я всегда об этом мечтал. Позвольте доказать вам, что я могу это сделать. Это невозможно. Тут лужа. Я не перестану мечтать. Никогда не перестану.